Не знаешь, что посмотреть на Новый год? Давай я расскажу тебе о своем любимом фильме. События фильма «В поисках Санта-Лапуса» начинают развиваться в тот момент, когда Санта-Клаус, взяв с собой своего верного друга Лапуса, отправляется в Нью-Йорк. Оказавшись здесь, он и представить не мог, что у него украдут волшебный кристалл. Вскоре после этого Лапус и Санта теряются. Без кристалла Санта не может восстановить память, а потерявшийся Лапус пытается найти своего хозяина. Одновременно с этим девочку Куин, оставшуюся без родных и близких, определяют дом для сирот. Оказавшись на месте, она сталкивается с жестокими порядками и госпожой Стаут, работавшей здесь директором. Испытывая ненависть к праздникам, особенно рождественским, она запрещает своим подопечным их праздновать. Несмотря на строгие правила, царящие здесь, Куин завязывает дружбу с девочкой Уилл и находит Лапуса. Испытывая жалость к потерявшемуся щенку, она вопреки всем требованиям приводит щенка в приют. Главная героиня фильма «В поисках Санта-Лапуса» знакомит щенка с другими сиротами и вскоре узнает, что практически все местные обитатели способны его понимать.